Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня появились акции и появились плюхи на день замка владельца на Тайване. Вот такие вот плюшки. Довольно-таки, в принципе, неплохие. 1К камней, камешки, плюс 100 супер питомцев можно получить. Ну, на немке мне однозначно, если такое будет, пойдет, потому что у меня там дофигища расходников. Есть коробки со скинами и 3 сменки. Ну, героя, как обычно, нет. Это подарки за вход. Сейчас чекнем, что у нас еще по акциям есть. За вход... Точнее, не за вход, это просто плюшки. За вход я ничего не вижу пока что. Или их попозже добавят. Или они будут, скорее всего, завтра. А, возможно, их вообще не будет. Никто, в общем, пока не знает. Тут у нас никаких плюх. Тут тоже никакой халявы, в принципе, нет. За самики есть что-то. 20 косамов. Больше. Больше нифига. В общем, такие вот плюхи. 2 сундучка. Давайте пооткрываем. Посмотрим, что у нас по скинам получится. Ну, вряд ли что-то мы сможем собрать, мне кажется. На 50 коробок. 10, 20, 5, 35, 40. Почти 50 на Фрею. Зеленого мы тоже. Феникса тоже вряд ли соберем. 10, 20, 30. Ну, в общем, добрать... Я думаю, для тех, у кого есть, нету коробки, по крайней мере, на немке я однозначно пособираю недостающие скины. То есть у меня 50 будет. На русском сервере, я думаю, вряд ли, потому что там фигню дали коробок. Так, что по новой коробке? Давайте сразу же чекнем. 100 штук макаки дали нам. В принципе, тоже довольно-таки неплохо. Сейчас я перезайду еще. Чекну. Еще разок. Странно, что нету. Ну, возможно, завтра это все добавят. Плюхи за вход. И выполнение заданий. Пока нифига нету. Не вижу. Не, нету. Возможно, они завтра либо с утра будут, либо вечером. В общем, будем ждать. Ну, в общем, такая вот тема, ребят. Пишите комменты, что вы думаете. Конечно, нету героя, хотелось бы героя, но посмотрим, может, будет интересный попозже шарик, и там будет что-то веселое. Все, всем удачи, всем пока.